11 октября 1918 года из шахты Нижнеселимская, Верхнесиничихинского железнорудного завода, находившейся в 12 верстах от заштатного города Алапаевска Верхотурского уезда Пермской губернии, с глубины 28 сажен было извлечено 8 трупов. Согласно показаниям судмедэкспертов, они находились здесь непогребенными более 3 месяцев. октября 1918 года состоялось их погребение в склепе Свято-Троицкого Алапаевского собора. 15 июня 1919 года под наблюдением следственной комиссии состоялась официальная эксгумация 8 вышеозначенных гробов на предмет их отправки по Восточно-Сибирской железной дороге в город Читу. Отправка состоялась 1 июля 1919 года. Через 1,5 месяца 8 гробов прибыли в Читу, где были помещены в Покровском женском монастыре. Однако 20 февраля 1920 года в связи со осложнившейся обстановкой на северо-байкальском направлении фронта и продвижением красных войск следственной комиссии было принято решение о перевозе 8 алапаевских гробов в Пекин, в русскую духовную миссию. Туда их доставили 3 апреля и поместили в склеп храма во имя преподобного Серафима Саровского, что на кладбище духовной миссии. Через 8 месяцев по настоятельному требованию принцессы Гессенской и Дармштадтской Виктории Федоровны, маркизы Мильфорд и Хевен, 2 из 8 находившихся в Пекине гробов были срочно отправлены в Тяньцзинь, оттуда пароходом в Шанхай, затем в порт Саид и, наконец, 15 января 1921 года гробы прибыли в Иерусалим. Спустя 2 дня состоялось их торжественное погребение в крипте Русской Церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании. На одном из гробов было начертано «Елизавета Александра Луиза Алиса, принцесса Гессен-Дармштадтская, в православии Елизавета Федоровна Романова. Великая княгиня родилась 20 октября 1864 года в городе Дармштадте близ Франкфурта на Майне, земле Гессен. Убита 18 июля 1918 года близ заштатного города Алапаевска Верхотурского уезда Пермской губернии в урочище Верхняя Синичиха. Впервые в Россию 20-летняя принцесса Дармштадтская Елизавета, или по-семейному просто Элла, приехала в мае 1884 года. Великий князь Константин Константинович вспоминал: «В Петергофе пришлось недолго ждать на станции, но скоро подошел поезд Эллы. Она показалась рядом с императрицей, и всех нас словно солнцем ослепила. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта». В Петербург Элла приехала на собственную свадьбу с великим князем Сергеем Александровичем, братом государя-императора Александра III. Многим тогда этот союз виделся блистательным. Впрочем, не обошлось и без саркастических реплик. Молодой князь Феликс Юсупов писал: «Я обожал великую княгиню, но испытывал мало симпатий к великому князю. Его манеры казались мне нелепыми, и мне не нравилось, как он меня рассматривал. Он носил корсеты в разгар лета, его спицы ясно различались через белую ткань кителя. В детстве я развлекался тем, что трогал их, и это выводило его из себя». В октябре 1888 года молодыми супругами было принято решение совершить путешествие в Иерусалим. Вернее, было бы назвать эту поездку паломничеством. Первым паломничеством в жизни принцессы Елизаветы Александры Луизы Алисы, а теперь великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Здесь великий князь Сергей Александрович, один из основателей православного палестинского общества, и его супруга приняли участие в освящении церкви во имя Святой Марии Магдалины, что в Гефсимании.
Уже после церемонии, совершая прогулку по живописным окрестностям Елеонской горы, Элла неожиданно сказала: «Как бы я хотела быть похороненной здесь». Гефсиманского моления божественного страдальца. Может быть, мистическое предощущение его страстей, как собственных? Ответ на этот вопрос мы найдем позже, в одном из писем великой княгини Елизаветы Федоровны. В моей жизни было столько радости, а в скорби столько безграничного утешения, что я жажду хоть частицу этого отдать другим. Я могла бы исписать еще много страниц, но ведь на бумаге нелегко выразить все, что чувствуешь. Я жажду благодарить каждую минуту за все, что мне дал Господь. И это не мое новое чувство. Оно всегда жило во мне. После этого посещения Святой Земли Элла еще более утвердилась в своем намерении перейти в православие. При том, что брак с великим князем абсолютно не требовал от великой княгини принятия веры своего супруга. Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны своему отцу, великому герцогу Гессен-Дармштадтскому Людвигу IV. А теперь, дорогой папа, я хочу что-то сказать вам и умоляю вас дать ваше благословение. Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии. Я все время думала и читала, и молила Бога указать мне правильный путь. И пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую должен иметь человек, чтобы быть хорошим христианином. Как было бы просто оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это было бы. И как я могу лгать всем, притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии православной. Прошу по получению этих строк простить вашу дочь, если она вам доставит боль. Пожалуйста, протелеграфируйте мне только одну строчку, когда вы получите это письмо. Это будет такое утешение для меня. Ожидаемого благословения от своего отца Элла не получила. Более того, вскоре после свершившегося чина перехода в православие в Петербург из Дармштадта пришла печальная весть о скоропостижной кончине великого герцога Людвига IV. Смерть отца явилась первым страшным потрясением для Елизаветы Федоровны. Впрочем, эпоха грозных и кровавых потрясений только начиналась. В 1891 году решением государя-императора Александра III великий князь Сергей Александрович был назначен московским генерал-губернатором. В Москве это назначение особого восторга не вызвало. Единственное решение накопившихся в первопрестольной социально-политических проблем великий князь видел в ужесточении полицейского режима. Это не могло не спровоцировать активизацию деятельности революционно-террористических организаций и еще более накалило обстановку. Будучи выдающимся интеллектуалом, знатоком литературы и искусства, Сергей Александрович, однако, не был выдающимся градоначальником. Начало трагической череде московских беспорядков было положено весной 1896 года на Ходынском поле во время коронации августейшей четы Николая Александровича и его супруги Александры Федоровны, принцессы Гессен-Дармштадтской Алисы, младшей сестры великой княгини Елизаветы Федоровны. Граф Сергей Юрьевич Витте вспоминал о тех событиях. Обыкновенно после коронации делается громадное гуляние для народа.
И вдруг с утра я узнаю, что на Ходынском поле, где должно происходить народное гуляние, утром случилась катастрофа. Произошла страшная давка народа. Причем было убито и искалечено около 2000 человек. Меня мучил прежде всего вопрос. Как же поступят со всеми искалеченными людьми и со всеми трупами убитых людей? Когда же я приехал на место, то уже ничего особенного не заметил. Как будто никакой особой катастрофы и не произошло. Вскоре приехали великие князья и государь-император, и, к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе. Только на лице государя можно было заметить некоторую грусть и болезненное выражение. Мне представилось, что если бы государь был тогда предоставлен собственному увлечению, то он отменил бы эти празднества. Но, по-видимому, государю дали дурные советы, и не нужно было бы быть особенно прозорливым, чтобы понять, что эти советы происходили от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы. Ходынская катастрофа произвела на Елизавету Федоровну самые тяжелые впечатления. Особенно официальные празднества, совершавшиеся буквально на костях раздавленных. Великая княгиня всегда испытывала нелюбовь к дворцовому официозу. И ее угнетала невозможность что-либо реально изменить в сложившейся ситуации, разве что оказать посильную помощь пострадавшим. Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны. Не знаю, когда, кажется, мне с самого детства очень хотелось помогать страждущим. Прежде всего тем, кто страдает душой. Желание это во мне росло постепенно и теперь обрело форму. Многие из тех, кто знал меня всю жизнь и видит меня сейчас, вовсе не удивились, сочли это лишь продолжением того, что началось раньше. Я жажду принести Господу мою ничтожную благодарность, служа Ему и Его страждущим детям. И действительно... Наступивший 20 век стал веком страждущих. Задуманная как победоносная русско-японская война 1904-1905 годов обернулась очередной российской трагедией. Падение Порт-Артура, разгром русских войск под Мукденом, гибель русского флота при Цусиме. Многие видели в этой катастрофе мистический смысл. Существовало предание о том, что накануне русско-японской войны в Киеве на пожертвование богомольца была написана икона «Торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурской». Ее должны были доставить в Порт-Артур к самому началу военных действий. Однако этого не произошло. Лишившись чудотворного покровительства, город пал. И это расценивалось как суровое, но справедливое воздаяние за грехи людские. Вскоре после начала военных действий в Кремле были открыты мастерские Красного Креста для помощи солдатам русско-японской кампании. Отсюда на фронт шло продовольствие, обмундирование, медикаменты. Лично от себя великая княгиня посылала Евангелие, образки и молитвословы. На свои средства Елизавета Федоровна сформировала несколько санитарных поездов. Она устроила госпиталь для раненых и постоянно посещала его. Наступил 1905 год. Утром 4 февраля Елизавета Федоровна, как обычно, пришла в мастерские Красного Креста, расположенные в Большом Кремлевском дворце. К 12 часам пополудни все необходимые дела были закончены. Великая княгиня направилась в Николаевский дворец, сказав, что идет на встречу с супругом. В ту минуту, когда за Елизаветой Федоровной закрылись парадные двери Георгиевского зала, здание дворца потряс страшный взрыв. Из воспоминаний московского вице-губернатора генерал-майора Владимира Федоровича Джунковского. Когда дым рассеялся, представилась ужасающая картина. Щепки кареты, лужа крови, посреди кои лежали останки его высочества. Можно было только разглядеть часть мундира на груди, руку, закинутую вверх, и одну ногу. Голова и все остальное были разбиты и разбросаны по снегу.
Через несколько минут в санях без шляпы подъехала несчастная великая княгиня Елизавета Федоровна, как оказалось, выбежавшая из Николаевского дворца на звуки взрыва. Великая княгиня бросилась к останкам, встав на колени и с ужасом на лице, стала собирать их. Появились носилки, на которые уложили останки. Один солдат снял себе шинель и покрыл ею останки великого князя. Трудно было описать эту грустную картину, представшую моим глазам. Народу мало, солдаты и офицеры в молчании несут что-то, покрытое солдатской шинелью, за которую держится великая княгиня, и полная тишина вокруг. Силенцу. Впоследствии выяснилось, что покушение на великого князя Сергея Александровича совершил террорист-революционер, член боевой организации эсеров Иван Каляев, имевший подпольную кличку «Поэт». Каляев был схвачен сразу после взрыва и отправлен в Бутырскую тюрьму. Здесь, спустя 3 дня после смерти мужа, его посетила Елизавета Федоровна. Каляев так описал это свидание. Мы смотрели друг на друга, не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались живых. Я сказал, мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно. Если бы у меня было 1000 жизней, я бы отдал и всю 1000, не только одну. Я не хотел убивать вас. Я видел его несколько раз в то время, когда я имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. Она ответила: вы не сообразили того, что убили меня вместе с ним. После этого посещения Бутырской тюрьмы великая княгиня подала прошение о помиловании убийцы своего мужа. Ее прошение было отклонено. В ночь с 9 на 10 мая 1905 года Иван Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости. Похоронить великого князя было решено в одной из церквей Кремлевского чудового монастыря. Ни император Николай, ни императрица на похороны Сергея Александровича прибыть не соизволили. Как было официально сообщено, чтобы не подвергаться в Москве новым покушениям. Подобный демарш едва ли прибавил популярности царской семье. Вопрос же о перенесении останков Сергея Александровича в Петропавловский собор Петербурга был оставлен царем без внимания. Великий князь Константин Константинович, единственный преданный друг Елизаветы Федоровны, вспоминал о тех днях. Здесь, в Москве, странные и тяжелые впечатления производят отсутствие ближайших родных. Если бы не я, бедная Элла должна была бы появляться на официальных панихидах одна. И она действительно осталась абсолютно одна, наедине со своими мыслями и со своим горем. С момента гибели супруга Елизавета Федоровна более не снимала траур. Стала держать строгий пост. Много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет. На них оставались только иконы, картины и гравюры духовного содержания. В надежде поддержать Елизавету Федоровну в эти тяжелые для нее дни, в Москву из Петербурга приехал князь Феликс Юсупов. Решив повидаться с великой княгиней, я отправился в Кремль, куда явился в полном смятении. Я застал ее сидящей за бюро. Не говоря ни слова, я бросился к ее ногам, положил ей голову на колени и зарыдал, как ребенок. Она нежно гладила мои волосы, ожидая, чтобы я успокоился. «Ты хорошо сделал, что пришел», — сказала она. «Каковы бы ни были посланные нам испытания, если мы сохраним веру в Бога и будем искренне молиться, Он даст нам силы их перенести. Когда ты сомневаешься или имеешь черные мысли, опустись на колени перед образом Спасителя и помолись, и ты тотчас почувствуешь Его милость. Эти слезы идут от сердца, слушай их, всегда больше, чем разум. Настоящее счастье
это то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в вере, в жизни души и отдаче себя. В Москве стали распространяться слухи, что великая княгиня хочет удалиться от света и полностью посвятить себя богоугодным делам. За Москворечье на Большой Ордынке Елизавета Федоровна купила дом с большим участком земли. По ее замыслу там должна была возникнуть община диаконис, по примеру общин из древних апостольских времен. Тем из Петербурга стали приходить неутешительные известия. Самое худшее опасение по поводу здоровья трехлетнего наследника престола Алексея Николаевича подтвердились. Он оказался болен гемофилией, иначе говоря, несворачиваемостью крови. Всякое самое незначительное кровоизлияние, ушиб, порез могли стать смертельными. Реакция императрицы Александры Федоровны на болезнь сына проявилась самым неожиданным образом. Она окружила себя и наследника магами, предсказателями, целителями и знахарями, надеясь их усилиями победить загадочную болезнь крови наследника. Среди них был и крестьянин села Покровское, Тобольской губернии, Григорий Ефимович Новых, более известный как Григорий Распутин. Архимандрит Феофан Быстров, ректор Санкт-Петербургской духовной академии семинарии, рекомендовал его царю и царице с такими словами: «Григорий Ефимович – крестьянин, простец. Полезно будет выслушать его, потому как его устами говорит голос русской земли. Я знаю все, в чем его упрекают, мне известны его грехи, они бесчисленные и по большей части гнусны. Но в нем такая сила сокрушения, такая наивная вера и божественное милосердие, что я готов был бы поручиться за его вечное спасение. После каждого раскаяния он чист, как младенец, только что вынутый из купели крещения. Бог явно отличает его своей благодатью». К сверхъестественным способностям сибирского целителя великая княгиня отнеслась с сомнением. У нее, основавшей одну из самых известных клиник Замоскворечья, был повод сомневаться. Апреля 1910 года состоялось официальное открытие Московской Марфомариинской обители, что на Большой Ордынке. В этот день в звание крестовых сестер любви и милосердия было посвящено 17 сестер обители во главе с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Обращаясь к сестрам, Елизавета Федоровна сказала: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». Пожалуй, только сейчас мы можем осознать все величие духовного подвига Елизаветы Федоровны, добровольно сменившей суетную великосветскую жизнь на безмолвие христианского служения и нашедшей в нем свой божественный силенциум. Oh.
Московский вице-губернатор, генерал-майор Владимир Федорович Чунковский, вспоминал: «В этот день в 9:30 утра прибыл митрополит Московский, Коломенский и священно-архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Владимир Богоявленский. После его встречи началась обедня. Великая княгиня и все сестры были в светлых одеждах, на голове апостольник, белый полотняный платок, покрывавший голову. Поверх апостольника длинное покрывало, спускавшееся с головы до пояса. Такие покрывала носили женщины в древние времена. Митрополит, сняв с великой княгини крест и покрывало сестры, прочитал особую молитву и, возложив на нее настоятельский крест и покрывало, провозгласил: «Аксиос, достойная». Было трогательно и умилительно. У многих на глазах стояли слезы. Многие тогда думали, что это событие было посвящением в сан диаконис. Однако еще в древней церкви над диаконисами совершался особый чин посвящения. Они выводились в алтарь через царские врата и причащались в алтаре вместе с диаконами. Этот чин был совершенно неведомым в русской церкви, и некоторые архиереи выступали против его введения в церковный обиход. 9 апреля 1910 года великая княгиня принесла лишь обет посвятить себя служению Богу и ближнему. Она не стала диаконисой и тем более не была пострижена в монашество. Согласно уставу, Марфа Мариинская и сестры не были заперты в стенах обители, посвящая себя помощи бедным и уходу за больными. Они отправлялись в провинцию, чтобы основывать там новый центр благотворительности. Это начинание быстро развивалось. Через несколько лет во всех больших городах России были подобные заведения. Великая княгиня, а отныне настоятельница обители Милосердия Елизавета, жила в небольшом павильоне, состоявшем из трех комнат, очень просто обставленных. На деревянной кровати без матраса она спала не более 3-4 часов, если не проводила всю ночь у постели больного или у гроба в часовне. Ведь клиники и больницы Москвы посылали в Марфо-Мариинскую обитель безнадежно больных, забота о которых Елизавета Федоровна брала на себя. Однажды к ней привезли женщину, которая прокинула на себя горящую керосиновую плиту. Ее одежда мгновенно загорелась, и все ее тело было сплошной раной. Началась гангрена, и врачи объявили женщину обреченной. Великая княгиня взяла на себя уход за несчастной. Ее ежедневная перевязка занимала более 2 часов, а зловоние от ран было такое, что многие сестры падали в обморок. Тем не менее, больная выздоровела, и выздоровление ее рассматривалось как чудо. Царская семья не приняла и не поняла выбора Елизаветы Федоровны. Императрица увидела в нем скрытую страсть к общественной жизни, которые она сама противопоставляла личное благочестие и заботы о своей семье и больном ребенке. Конфликт между сестрами становился все более очевидным. Елизавета Федоровна не могла этого не чувствовать и не переживать. В письме императору Николаю II она писала: «Дорогой Ники, я боюсь, ты подумаешь, что я гордая и самодовольная, и чуть не лопаюсь от сознания, будто делаю нечто великое. О, если б ты знал лучше меня. Ведь я знаю, Алекс воображает, что я позволяю окружающим называть меня святой. Да что я такое? Ничем не лучше, а то и хуже других. Если кто-то говорит глупости и все преувеличивает, чем я виновата? Ведь в лицо мне этого не говорят, знают, что я ненавижу лесть, как опасный яд. Я ничего не могу поделать с тем, что меня любят. Но ведь и я люблю людей, и они это чувствуют. Я делаю для них, что могу, и в ответ получаю благодарность, хотя и не должен на это рассчитывать. Ни одной минуты я не думаю, что совершаю подвиг. Это радость. Я не вижу, не чувствую своих крестов по безмерной милости Божьей». Желание осмыслить служение в Марфо-Мариинской обители Милосердия подвигла Елизавету Федоровну в 1912-1914 годах совершить ряд паломнических поездок по известным российским монастырям. В эти годы она посетила Серафимо-Саровский и Серафимо-Дивеевский монастыри, Успенскую Киево-Печерскую лавру, Оптину-Введенскую пустынь,
а также знаменитый Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Белом море. О последнем паломничестве сохранились воспоминания князя Феликса Юсупова, приглашенного Елизаветой Федоровной в эту поездку. Кели, приготовленные для нас, были чистые и приятные. На выбеленных известью стенах висело множество икон, перед которыми дрожало пламя лампад. Еда, напротив, была отвратительна. Монахи носили длинные волосы и бороды, некоторые были крайне грязные и неряшливо одеты. Однажды мы отправились посетить одного из анахаретов, жившего в пещере в лесу. Наш анахарет спал на камне, и единственным украшением его кели было изображение Христа, освещенное лампадой. Он благословил нас, не произнеся ни слова. Все, знавшие Елизавету Федоровну, отмечали необычайную широту и одновременно благородство ее натуры. Даже недоброжелатели не могли усмотреть в ее поступках ничего пошлого и банального. Она восхищала своей простотой, искренностью и вместе с тем острым проницательным умом. Близкий друг Елизаветы Федоровны, митрополит Анастасий, вспоминал: «На всей внешней обстановке обители, на самом ее внутреннем быте и на всех вообще созданиях великой княгини лежал отпечаток изящества и культурности не потому, что она придавала этому какое-либо самодавляющее значение, но потому, что таково было непроизвольное действие ее творческого духа». Летом 1914 года началась Первая мировая война. После русско-японской катастрофы эта война обещала стать для Российской империи очередным трагическим испытанием. Из воспоминаний бывшего французского посла в России Мариса Палеолога: «Несколько дней тому назад Москва заволновалась. В народе стали распространяться слухи об измене. Серьезные беспорядки всколыхнулись вчера и продолжаются сегодня. Большое число магазинов, принадлежащих немцам или с немецкими фамилиями на вывесках, разгромлены. На знаменитой Красной площади, свидетельницы стольких исторических событий, толпа поносила царя и царицу, требуя заключения царицы в монастырь и низложения царя. Шумные манифестации отправились к Марфо-Мариинской обители, где настоятельницей состоит Елизавета Федоровна, сестра императрицы и вдова Сергея Александровича. Эту женщину, которая все свое время посвящает исправительным и благотворительным учреждениям, осыпали оскорблениями, так как население Москвы давно уверено, что она германская шпионка. Известия об этих событиях привели в уныние царское село. Царь принял вчера председателя Думы Родзянко, который изо всех сил настаивал на немедленном созыве Думы. Царь благосклонно слушал, но ничем не обнаружил своих намерений. Обстоятельств. За день до начала Первой мировой войны в деревне Покровской Тобольской губернии было совершено покушение на Григория Ефимовича Распутина. Одна из безумных почитательниц старца, специально приехавшая в Покровское из Петербурга, ударила Распутина ножом в живот, после чего попыталась покончить с собой. Григорий Распутин оказался тяжело ранен, и только огромное природное здоровье позволило ему выжить. Известие о попытке убийства Григория повергло императрицу в шок. Особенно, когда через несколько дней после покушения у цесаревича Алексея открылось кровотечение. Ежедневно она и Николай II заказывали в дворцовой церкви молебны во здравие раба Божия Григория.
началу сентября 1914 года Распутин приехал в столицу. Григорию не стоило большого труда убедить императрицу, что его выздоровление – блестящее доказательство божественного покровительства. О войне же он говорил об выражениях туманных, двусмысленных и апокалиптических. Из чего можно было заключить, что он ее не одобряет и предвидит великие бедствия. Именно разговор о Распутине стал поводом для одной из последних поездок Елизаветы Федоровны в царское село к сестре. По свидетельству прислуги, разговор происходил на повышенных тонах. Великая княгиня почитала Распутина за самозванца и пособника сатаны, а императрица отвечала на это, что святых злословили и раньше. В конце концов, Александра Федоровна указала сестре на дверь. Впоследствии, вспоминая о том разговоре, великая княгиня сокрушалась. Она меня выгнала, как собаку. Бедный Ники. Бедная Россия. Убийство Григория Распутина, происшедшее в ночь с 29 на 30 декабря 1916 года, положило конец отношениям между сестрами. В 1914 году Елизавета Федоровна совершила паломническую поездку на Урал, во время которой посетила заштатный город Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии. Подробности этой поездки нам неизвестны. Остается загадкой, почему именно этот город, расположенный в 140 верстах от Екатеринбурга по Верхотурскому тракту, был избран великой княгиней для посещения. Может быть, это было пророческое предвидение собственной смерти, который наступит именно здесь, ровно через 4 года. Возвращение из Алапаевска в Москву не принесло Елизавете Федоровне чаемого утешения. По сути, весь город был превращен в военный госпиталь. Раненые, искалеченные, обожженные все прибывали и прибывали с фронтов. Самых безнадежных, как это уже было принято в Москве, привозили на Большую Ордынку. В больнице Елизавета Федоровна брала на себя самую ответственную работу, ассистировала на операциях, делала перевязки, утешала больных. Несчастные были уверены, что от великой княгини исходит целебная сила, которая помогает переносить страдания. Особое внимание Елизавета Федоровна уделяла духовному утешению обреченных больных. «Не страшно ли, — говорила она, — что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надежду на их мнимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность». Марта 1917 года царь подписал документ о собственном отречении от престола. Известие об отречении Николая II потрясло Елизавету Федоровну. Дом Романовых, 300-летие которого недавно было отмечено с таким размахом, более не существовал. Сползание империи к хаосу становилось все более и более очевидным. Из воспоминаний Марисы Палеолога: «Я встречал везде одну и ту же картину.
Мрачное безмолвное скопление людей, обменившихся многозначительными меланхолическими взглядами. Мужики выглядели смущенными и испуганными. У некоторых были слезы на глазах. Тем не менее, даже среди тех, кто наиболее сочувственно и горестно относился к случившемуся, не было ни одного, кто бы не нацепил на себя красную кокарду или красную повязку на рукав. Все были за революцию и служили ей душой и телом. Впрочем, это не мешало им смахивать слезу о своем царе-батюшке. Вскоре в Москву по специальному поручению кайзера Вильгельма прибыл шведский министр иностранных дел для оказания всяческого содействия великой княгине Елизавете Федоровне в выезде за границу. Поблагодарив за трогательную заботу о собственной персоне, Елизавета Федоровна ответила, что решила разделить судьбу страны, которую она почитает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. Первое время после Октябрьского переворота Марфу Мариинскую обитель не трогали. Напротив, сестры милосердия оказывали уважение. Два раза в неделю к обители на Большой Ордынке подъезжал грузовик с продовольствием и медикаментами. Во избежание провокаций великая княгиня почти не выходила за ворота обители. Сестрам также было запрещено выходить на улицу. Вторая попытка вывести Елизавету Федоровну из охваченной революционным пожаром страны была предпринята в марте 1918 года послом Германии, графом Мирбахом. И вновь великая княгиня ответила категорическим отказом, добавив при этом: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди на все воля Господня». ...24 апреля 1918 года, на третий день Пасхи, великая княгиня Елизавета Федоровна, старшая сестра государыни императрицы, настоятельница Марфы Мариинской обители, была арестована. В этот же день Елизавета Федоровна и две сестры Марфы Мариинской обители, Варвара Яковлева и Екатерина Янышева, были отправлены по железной дороге в Пермь, а оттуда в Екатеринбург, где их поместили в Новотихвинском женском монастыре. Через несколько дней узницы были перевезены в заштатный город Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии, расположенный в 140 верстах к северу от Екатеринбурга. Сюда же из Вятки были переправлены великий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн, Константин и Игорь, сыновья великого князя Константина Константиновича, князь Владимир Павлович Полей, а также великокняжеский секретарь, управляющий делами Федор Михайлович Ремис. Всех узников поместили в здание так называемой «напольной школы» на окраине города. Первые 4 недели узники пользовались относительно свободой. Им было разрешено посещать церковь, совершать прогулки в ближайшем лесу. Однако вскоре произошла резкая перемена. У заключенных отобрали все личное имущество и деньги. Был установлен тюремный режим. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года узников разбудили и под предлогом перевозки в более безопасное место повезли по направлению к Верхне-Синечихинскому заводу. Отъехав от Алапаевска на 12 верст, обоз с узниками внезапно остановился. Здесь дорога проходила по лесной балке, где находилась заброшенная шахта Нижнеселимского рудника. Узникам приказали построиться, потому что далее следовало идти пешком. Великий князь Сергей Михайлович спросил, куда их намерены везти. В ответ прозвучал выстрел. Сергей Михайлович был убит выстрелами из пистолета в голову. Он умер сразу. После жестокого избиения, которым подверглись остальные заключенные, все они были заживо сброшены в шахту. Впоследствии ее забросали ручными гранатами. Какое-то время страдальцы еще оставались живы. Один из местных крестьян, случайно оказавшийся свидетелем этого чудовищного убийства, рассказывал, что из-под земли еще долго доносились глухие голоса и церковные песнопения.
Однако подойти к шахте он решился лишь, когда все стихло. Селенцо. Октября 1918 года из шахты Нижнесилимская Верхнесиничихинского железно-рудного завода, находившейся в 12 верстах от заштатного города Алапаевска Верхотурского уезда Пермской губернии, с глубины 28 сажен было извлечено 8 трупов. Согласно показаниям судмедэкспертов, трупы находились здесь непогребенными более 3 месяцев. Сергей Михайлович, князья Иоанн, Константин и Игорь Романовы, князь Владимир Павлович Полей, Федор Михайлович Ренес, сестра Марфа Мариинская, обитель милосердия, Варвара Яковлева и великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Даже здесь, в Алапаевской преисподней, она пыталась помогать своим собратьям по несчастью, перевязывала их раны, пела им молитвы, хотя вполне возможно, они уже были мертвы и не могли слышать ее слов, звучавших в полной тишине. В моей жизни было столько радости, а в скорби столько безграничного утешения, что я жажду хоть частицу этого отдать другим. Я жажду благодарить каждую минуту за все, что мне дал Господь, служа Ему и Его страждущим детям.